Большой пакет законопроектов по поддержке разных категорий граждан готовится рассмотреть на заседании законодательного собрания, которое состоится 1 июня. Готовность всех документов обсудили на встрече губернатора с членами правительства и парламентариями. Среди мер социальной поддержки – продление именного капитала «Семья». Право на его получение имеют ульяновцы, родившие второго и последующего ребенка. Напомним, на второго ребенка предусмотрено 50 тысяч рублей капитала, на третьего и последующих – по 100 тысяч рублей. В настоящее время закон действует до декабря 2020 года, и в случае принятия настоящего законопроекта с 2021 по 2026 годы около 40 тысяч семей получат право на получение государственного сертификата на иной капитал «Семья». За 12 лет действия закона сертификатом воспользовались более 11 тысяч семей. Средства направлялись на улучшение жилищных условий, оплату медицинских услуг, получение образования. Кроме этого, пенсионеры из Ульяновской области смогут получить юридическую помощь бесплатно. Предполагается, что при предъявлении пенсионного удостоверения в Госюрбюро человек будет иметь право не только на бесплатную консультацию, но и на подготовку документов и предоставление его в суде. У нас сейчас получают бесплатную юридическую помощь также пенсионеры, но отнюдь не по всем категориям дел. У нас более узкая категория дел, и кроме того, не всегда представление в суде осуществляется. Мы предлагаем, у нас есть для этого силы, дополнительных денег не нужно. В Ульяновской области проживает порядка 330 тысяч лиц старшего поколения. Из них за прошлый год обращалось за оказанием бесплатной юридической помощи около 5 тысяч работающих пенсионеров. Как никогда у нас такой прям набор мощнейших, так сказать, нормативно-правовых и законодательных актов, который направлен на поддержку экономики, на поддержку человека и вообще в целом, так сказать, на улучшение социального самочувствия в Ульяновской области. Если вот люди просто будут знать о том, что мы будем по некоторым законам в этом году уже принимать, а по некоторым, так сказать, с 1 января, то, конечно, мы увидим о том, что ситуация в регионе существенно сразу улучшится. Также депутаты рассмотрят расширение перечня социальных гарантий для военнослужащих по призыву и членов их семей. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.